В Одессе появилось место, где можно ощутить все зимние прелести и получить самый настоящий зимний заряд бодрости и энергии. За окнами уже январь, а зима так еще и не порадовала одесситов снегом. Однако горожане не расстраиваются, так как нашли отличную альтернативу бесснежной зиме. В парке Шевченко появились искусственные снежные горки, которые образовались в результате чистки катка ледозаливочной машиной. Сейчас это, пожалуй, одно из самых популярных мест у горожан. Одесситы вместе с детьми играют в снежки, лепят снежных баб, а самые маленькие даже могут покорять снежные горы.